Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого, а смотрите продолжение партии за Римскую империю. Сделаем Римскую империю великой снова в Old World, в древнем мире. Подробности в первой серии, ссылка на нее в прикрепленном комментарии, там, точнее, на весь плейлист вообще. Переходите, смотрите. Сетевая партия, между прочим, против меня живые люди. Проверяем, как сетевой код в Old World работает. Ну и вообще, мне кажется, из последних новинок Old World одна из лучших глобальных стратегий. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Мне пришло 190. Царица захворала. О, прикольно. Мне интересно, если я дипломата отправлю в другую нацию, что, каким образом он будет определять условия сделки? Так, может еще рабочего сделать пока? Нам надо казармы строить, начинать. Так, есть гарнизон, надо домики. Наверное, вот здесь буду делать. Генерал, либо героиня. Не, вот это мне больше нравится. Все разграбить. Да, наверное, все разграбим. Вообще, мне бы еще одного скаута, чтобы еще там дальше поисследовать. Не знаю, как я вот потерял скаута. Видимо, из-за таймера где-то провтыкал, что его несколько раз атаковали и убили просто вот эти галлы. Так, а все, галлов больше нет, кстати. Осуждаю геноцид такой. Наверное. Кто-то вынес уже. Ну, мы с Египтом. Все галлы даете. А у вас есть еще какие-то эти? Ну да, племена? Есть. У нас тут скифы есть. У меня вообще жена и вандалка сама пришла. Ну у нас, я так понимаю, я не знаю, Египет, ты сколько поселений галлов вынес? Я два. Тоже два. Ну вот четыре поселения было. Блин, тяжело больная. Ну, видимо, скоро умрет. Вы чё? Так, бараки, да. Надо делать бараки, я думаю. Камня не хватает, зато денег дофига. Сюда. Тут где-то должен быть город, ага, вон варвары. Ну тут стоим, пока город не поставим, я думаю. Ну, кстати, я сейчас, наверное, Одион сюда буду ставить, в Аквилее. А в Риме потом после барака сюда. И у нас два поселенца делается. Ну, собственно, вот на эти два города. Все правильно. Причем, может, в Аквилее... И, наверное, в Аквилее сейчас еще скаута, чтобы туда наверх отправить. Кстати, это, возможно, Везувий. Вулканчик. Так, Египет, сила аналогична. Но у нас-то всего 4 мечника, так что неудивительно. Все, следующим ходом. Блин, у меня королева следующим ходом умрет. У вас уже как, умирали? Не. 52 года всего лишь.
Жаль. Хорошая была королева. 4 мудрости, 4 харизмы, минус 2 отваги и 3 дисциплины. Так что у меня примерно то же самое, там плюс-минус. По характеристикам, а цифры такие же примерно. Так, давайте наместника Ромула Строителя. Хотя он какой-то не очень. Давайте никого из них, не очень все. Централизация. Разделение. Тоже сами разберутся. О, научный подход в Риме. Так, ну пора лесопилки, наверное, открывать. А, две. Ладно, так придется сюда. Или сюда можно уйдем, подождите. Давайте вот сюда даже. Там, видите, две городские клетки должны быть. Побежал. Стены я тут, наверное, не хочу. Хотя и фермера я... Ну, с другой стороны, у нас бонус на строительство этих. У нас граждан тут, и, наверное, фермера стоит. Так, гарнизон. Вообще, мне бы рудники быстрее. Надо рудники здесь поставить, потому что иначе я не успею выполнить... амбицию вот эту. Так, подожди. Гарнизон это я без ограничений могу ставить, а специалистов мне надо сначала рудник, потом еще специалиста туда. О, скифов встретили. Так, ну вот у нас место для города, да? Че я хотел... Так, Фабий новый, мудрый и дисциплинированный. Ну да, у меня тоже помирает царица уже. Вообще, давай знаешь, что сначала скаута, а потом уже фермера. Вот так сделаем. Опа. А вот это не сподеванка. Фиг ли они вообще... У меня даже сообщений не было, что они плывут. Так. Надо быстрее город ставить и вести. Бесплатный закон централизация. Ну да, давайте бесплатную централизацию. Мне нравится. Захочется братьев и сестер, пускай романтичный будет. Не поддаваться искушению. Так, нового наместника в Риме. Охотник. Так, у нас меха появились кто-нибудь. И никому не нужно из семей мехов. Ну, слушай, давайте указ. Нормально, на приказы. Мне нравится. Опа. Да, блин, меня сейчас убьют здесь. Надо будет куда-то отправить меха. Я бы, наверное, в Аквилею опять.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, этот сюда бежит обратно. Пока ополченцам отбиваемся, но вообще вот этот, конечно... Потому что они сюда прибыли не очень приятно. Есть домик. Но вообще буду домик так, кстати, что Одион надо здесь сделать. Украсть произведением искусства, да. Наследник этот у нас... Политик. Так, кстати, он тактик, будучи лидером, дальность обзора у юнитов. Честно говоря, такой у нас. Давайте философию еще раз попробуем. Два юнита типа дальний бой, два кавалерия. 8 пастбищ, лагерей. Ну, кстати, а вот это возможно. Давайте возьмем... Один приказ нужен, да? А, 2 приказа. Блин, зря купил. 2 приказа. Надо не забыть, что 2 приказа для отправки ресурса роскоши. Так, что у нас с Египтом? Они слабее, но более знающие. Египет, сила аналогична, знания эрудиты. Я, по-моему, знающие это равны по знаниям, эрудиты вот более развиты. Так, я бы тут бараки ставил. Ой, еще домик можно. Ну, сначала бараки. Так, и, наверное, юнита. Можно, кстати, прачника. Бежим на помощь. Ну, вроде не убьет он меня. Так, этот скаут туда отправляется. Поселенец следующим ходом. По-моему, варвары греков нагибают, нет? Ну, тут такой, типа, пришел маленький отрезок. А их тут... 50 тысяч. Бучерс Бэй. Это ты так назвал? Наполеонополис. Оно самое, да. Жил. Выжил, да. А нет, нет. А, нет, это анимация залагала. Ну ладно. Ложная надежда. Я добил. Дальше из города. Thank you.
Так, здесь начнем сразу рудокопа, чтобы выполнить. Так, и нам еще гарнизон один нужен. У меня приказы по закону. Я могу сейчас купить с другой стороны. Сейчас посмотрим, кто у нас. Я бы вот тут купил. Поставил бы гарнизон. Причем, скорее всего, вот здесь. И еще два приказа, чтобы меха отправить. Короче, тут что-то нажимание... Видите, сейчас опять не прошло. Я первый раз нажал. И не прошла отправка мехов. Что-то с интерфейсом так странненько. Здесь мы потом лес вырубим. У меня вот все лесопилки вот тут будут сделаны. Тут лес явно мы будем ставить еще один... Еще одну деревню. Потом... В пустыне ничего нельзя строить. Есть некоторые семьи, но это у других цивилизаций, которые позволяют в пустыне строить. У меня этих семей нету, поэтому пустыня, считайте, для нас недоступна, к сожалению. Нет. Так, пление культа амазонок растет с каждым днем. Ну, я бы оставил. Следить за культом давайте. Ух ты ж твою-то мать какую. Попытаться увернуться. Стража поможет. Чё, в смысле, даже? Так, она пытается меня сейчас убить. Ну давайте попытаться увернуться. Получилось, походу. Блин, а что-то у нас с Юлиями проблемы, да? Минус 69. Блин, опять какой-то налет. Да откуда они берутся? Надо на помощь бежать. Эти еще прачника. Вавилон у нас чудостроитель, да? Входа. Зажали со всех сторон, больше ничем не остается делать. Только строить чудес. Караван. Блин, еще в лесу стоит, что не очень можно по нему. Так, ну рабочего надо прятать в центр города и лечить. Наверное, пойдем на помощь сразу. Приказы продолжаю делать, потому что плюс 3 приказа, это круто. Так, ну, тут скауты не убивают еще, вроде нет. Но мне вот это место еще надо занять.
Так что давайте в Аквилее поселенца. Тут пока вот этот рабочий, потому что не хватает приказов норм, потому что я жду лесничество, чтобы сразу начать лесопилки строить. Четвертый гарнизон через два хода. Потом рудокопа надо второго, точнее четвертого сделать. Восемь пастбищ, лагерей, рощи. Ну, у меня только пастбище пока и лагерь, да? Один лагерь. Сейчас странно, подождите, у меня два лагеря, как минимум. И одно... Подождите, а, пастбище разграб. Блин, кстати, четыре хода надо ремонтировать. Так, одно пастбище и два лагеря у меня. Вообще восемь я смогу. Ну, вот лагерь, например... В слонах, по-моему, ставится. Да. Лагерь на слонах ставится. То есть это еще два. Вот пастбище и лагерь тоже ставим. Ну, мне кажется, вот это точно мы выполним амбицию. Слушайте, ну пока, кстати, очень плавненько идет. Вообще пока никаких технических проблем. Пока, да, очень хорошо. Там тоже не сразу началось все. Так, лучник, сталь, но не сильно. Управление. Давайте управление откроем. Так, здесь мы Фабия вставим. Почему он тут не лечится? А уже приказы какой-нибудь? Блин, у меня реально мало приказов очень. Ополченца. О! А вот и приказы подоспели. Нет, здесь домик мы строим сначала. Так, лесопилочки можно. Ну, давайте приказы покупать. Лесопилки надо точно делать. Видите, после камня дерево следующий по стоимости. Тут граждан нету. Блин. Ну, рабочего пока. Еще одного. И нам надо, кстати, будет вот к этому лагерю потом идти. Так, 3 из 8. Очкам я на втором месте. По амбициям вообще ни одной не выполнено. Четыре гарнизона воплощено. Ну вообще эту поставлю. Минус 10 денег. Нормально, зато... Плюс к росту, плюс к цивикам. Зашибись. Так, законов у нас до сих пор никаких нету, да? Подойти надо. Yeah.
Рабочих тоже надо вылечивать, иначе на один ход дольше они все строить будут. Сохранить золото на будущее. Ну, муштра мне, наверное, давайте науку возьмем. О, управление открыли. Так, а что это дает? А, казначейство. Так, вот, нам надо укрупнение земель, чтобы рощи можно было. Блин, 14 ходов долго. Бесплатный поселенец. Давайте бесплатного поселенца. Успокоить подозрение золотом. Горделивой Плавтия становится. Сейчас не время принимать зороастризм. Хотя там вроде прикольные. Города со святилищем плюс 2. Ладно, укажи мне путь. Может, и надо было принимать государственную религию. Так, рудник надо. Но... Так, тут надо сейчас срубить деревья. Покупаем пустырь. Покупаем рудник. Четвертого рудокопа надо делать. Так, этих добили, тут лечимся. 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 Армия Египта большая. Аналогично. Ну, то есть можно пока отсюда будет свалить, я думаю. Совет, наверное, еще пока проводим. Мистофорию получает. Но я бы заплатил. Так, нам надо 640. Я бы скорее... Каменолом не ставил в этом городе. Так, гарнизон тут есть, домик есть, Одион есть. Образованный, отлично. Ой. Так, надо в лес спрятаться. Его тогда не видно будет. Так, сколько у грека в принципе городов? 5, а у меня 6. Но мне надо еще вот сюда. Во-первых, тут исследовать территорию, во-вторых, сюда город ставить. Рядом с греком. Блин, у нас тут город не растет и нету... Блин, у нас нету специалистов, вау. А чё у нас Феранда не растет? Подождите. А, потому что я рабочего строю.
ученого лучше бесплатного, а не рабочего. Интересно, кто поставит рекорд долгожительства? Я уже на следующий ход все. Рекорд чего? Покажу. Долгожительство. Да, но мне надо сюда армию перебрасывать, чтобы с данными покончить. Строителем пускай будет Тиберий. Еще совет, просто я сюда отправлю специалистом его. Бесплатный еще посел. Ну вот у меня два места, куда их ставить, но для этого мне их надо зачистить. Что поселенцы мне больше не нужны. Но у меня реально не хватает приказов для моей империи. Какие у нас тут есть законы на приказы? Единобожие с государственной религией. Крепостничество просто плюс 5. Ну, мне кажется, в крепостничество надо идти. Где у нас крепостничество? Вот тут в навигации. Через рабочую силу. Надо идти, да. Цесса достаточно взрослая. Хаммурапи мертв. Так, я забыла, что там они еще. Один год за уровень мнения семьи. Что интересно, часто предлагают регента выбрать. В этот раз мне не предложили регента. Давайте поэта. Может, некого просто? Может, это рандомное событие регентства. Типа, ну, регент, кого... регент, он вроде обычно кто-то, кто следующий в очереди на престол. Типа, вот если, может быть, у тебя нет никого больше. Денег не хватает. Политику пускай изучает. А, тут уже есть, блин. Ходы зря потратил. Четыре хода до роста, и через четыре хода сможем здесь. Мы должны вроде успеть выполнить амбицию. Но мне нету смысла ходить поселенцами, пока не зачищены места там. То есть мне надо армию в первую очередь подводить. Блин. Зря купил опять. Пирамиды построил. Так, побудите распространить учение в народе, я думаю, потому что цивиков у нас достаточно. Суровый, горцем, любительница природы, давайте.
это зачищать. Сначала этот, это место. Кстати, дофига лагерей можно будет поставить, а потом сверху. И вот это два места оставшихся мне. Греки слабее. Ну, мы Вавилон как-то встретили. Странно, что у нас по науке лучше всех Египет идет, а не Вавилон. Это же зависит от придворных, от того, на кого они делают упор. Может быть, там все у него в науке, короче, весь двор. Обмазался наукой и спит, да? Да. Весь двор в науке. А где ты это видишь? Ну, когда ты наводишь мышкой на цивилизации, там и их сила показывается, и их знания. Ну вот слева ты имеешь в виду, да, где список цивилизаций? Вот да. Я просто еще Египет не встретил. Ну то есть это единственное место, где можно посмотреть, да? Просто я думал, мало ли еще какое-то есть. А, да, Power Knowledge, да, там же есть. Ну, еще справа можно то же самое. Выводишь на фракцию, кипишь. Слушайте, этого, наверное, тут или хотя этого веду еще. Ладно, мне кажется, вот этих трех... Ну, там только среди тех, кого ты встретил, видимо. Да. Ну да. Скифов мутузите. Угу. А зачем ты вот это вот делаешь? Зачем он тебе нужен? Может, не надо? Это меня спрашивают? Сидят они там, скифы, коней это вот, разводят. Чё ты это начинаешь? Это а не Цива, здесь скифы не имба. Кстати, это, по-моему, Карфагена есть такая способность, что они могут перенимать у этих племен. Кстати, а домик я вот тут хочу. Это от трейтапа он зависит. У меня, по-моему, тоже есть трейтап. Чего он, правда, зависит? А, есть тизелот. Генерал. Не, наверное, или купить все-таки. Ладно, вот этим продолжим каменолом не строить. Так что два приказа нужно. Тут надо специалиста в каменоломне, чтобы добавились вот эти клетки и соседство для каменоломен появилось. Приказов мало. Мне мало приказов. Кстати, скифы вечно, я смотрю, генерят юниты, которые нападают. Известен как Вибий Зодчий. Иудаизм. Ну, нифига, у меня основано внезапно. Какое-то там, видимо, условие выполнилось. А у тебя, да, наверное, два пастбища? Да, два пастуха. Ага. О, руинка. Вау. Да, науку и камень берем, конечно же. Риторика, колесо со спицами, сталь, составной лук. Давайте риторику. Thank you.
утеса. Один ход до... министра. Ну, я бы ученого. Не, ми- или министра. Давайте лучше министра. Разных чудес доступно, обычно меньше. Не, давайте пускай с Юлиями лучше улучшим. Ну, не будем дальше портить, потому что совсем уже какие-то в такой в минус. Охотиться до ней до последнего вздоха. Так, а вот тут домик. Вот тут, наверное, где-то надо будет, но тогда не будем покупать. У меня нету вообще даже на приказы муштры. Первая императрица. Так, а если там Вавилон по очкам сильно будет вырываться, вы его притушите? Хорошо, отрос. Но дело в том, что Вавилон не сильно-то и вырывается. Не, ну так, типа. Чё-то он... Так, а я сейчас открыл что? Я сейчас открыл риторику. Наверное, эпос надо брать, конечно же. Прошел, зашибись. 10% шанс куда-сюда. На что? На то, чтобы завербовать поверженный юнит. Мне дважды так прокнуло. Да, мудрость пускай. 10%, понял. Подожди, я же только что мудрости выбрал. Почему нету у нее? Ладно. Так, сколько? Два хода рудокуп. Отлично. Что я нажал? Выполняем. Господи, боже. Видимо, ничего плохого. Так, еще нам осталось два пастбища и два лагеря. На слонах мы поставили. Где-то у нас еще, возможно, они... Честно говоря, не вижу. Так, вот тут мы можем домик сделать... Так, а почему... Почему он не строится? Еще один приказ нужен, да? Что, два приказа на удаление деревьев требовалось. Так, вот теперь пока все. Три амбиции Египет выполнил. Ну, я сейчас тут... Где нам еще... Ну, и вот у нас пастбище... А, это уже построено. Это уже построено. Ну, где-то вот здесь надо будет, видимо, доделывать. Так, сейчас мы, я думаю, что этот лагерь зачистим. Надо уже подводить этого поселенца. Потом на данов. А у нас грек с данами воюет? Нет, Египет воюет, грек не воюет. Это первая только царица в Греции умерла? Угу. Ну что, у кого-то еще остался первый правитель? Да, у меня еще остался, да. Охренеть. Несколько раз была тяжело больной и все время чудесным образом выздоравливала. А все потому, что она владелец рыбки, вы не понимаете? Ну, у меня она владелец рыбки, да, да. Настя рыбки? Извините. Mm,
нетерпимым. Ладно, пускай харизму лучше. Так, заняли место, ведем посела. Да, пускай завоюют расположение. Здесь домик есть. Мы пока не сможем уйти. Только эти медленно культура будет. О, 50 лет правления, прикольно, да. Вообще, да, наверное, леса эти надо. Каменоломни. Да, блин. Рощи я сейчас открываю, да? Так, этот пускай стоит. А, тут, наверное, нос рабочий, да, сделался? Блин, это... Тут рабочий, надо гарнизон. В сторону Египта. Ну ладно, заканчиваем ход, не буду я тут покупать приказы все равно. Надо просто следующим ходом вывести... Гарнизон, кстати, только вот тут могу строить, между прочим. Так. И... Так. Еще нету гарнизона, а в Кордубе доступные кандидаты. Так, сначала поселенца надо подводить. Так, заходите, собрались ваши полководцы, все они прибыли на военный совет из разных гарнизонов. Важность обороны, контролируют 4 крепости, 2 иностранных города, это тяжеловато, повысить юниты 10 раз. Наверное, повысить юниты 10 раз возможно. Вот, например, первый. В Аквилее ловчие лагерям и сетям. Там, по-моему, нету лагерей у нас. Защита города нафиг надо. Да, лагерей не, значит, просто дисциплину. Получается, что если ты становишься царем до выбора, кем ты будешь обучаться, то уже нельзя выбрать. Видимо. В каком направлении, так сказать, обучаться. Так, в Авентикуме и во Флоренции. В Авентикуме я строю гарнизон, во Флоренции нужен гарнизон. Вот сюда, я думаю.
Так, тут я... У всех сейчас пока по два, да? Подожди, почему у Юлии один? Я Фабий три... Ай-яй-яй, Юлия надо ставить. Я тут ошибся. Вот тут должен быть город Юлиев быть. Блин. Тут я... Тут-то у них минус у меня был с ними отношения. Ё-моё. Всесторонним образованием. Доступ к каравану. Ну, кстати, а давайте попробуем караваны в Риме поделать. Это так нормально. Подожди, а где они? А, вот. Ну, правда, в Риме мало еды, чтобы их быстро делать. В чем проблемка? Поселенца подводить уже сюда. А здесь я гарнизон хотел ставить. Так, и надо домики еще начинать строить. Пока у меня домики только в Аквилее и Риме. И один домик в Ферранде. Вообще вот тут можно, давайте куплю. Будь здоров. Ну, чтобы быстрее культура росла. Ну, мне осталось сюда город поставить, в общем-то. И на этом расселение закончится. Более того, я как понимаю, что и налеты варваров закончатся, только если из-за границы будут, потому что вот с этого лагеря они генерировались и набегали. Следующим ходом, наверное, уже пойдем туда армией подходить. Хана скауту здесь. Блин, уже так быстро приказы кончились. Не, надо купить вот этого добить. Блин, еще и губеров надо посадить. Ну, надо закончить просто расселение. Видите, мы много приказов тратим на то, чтобы юнитами ходить. Ученый или диплом? Ученый пускай будет. Все семьи минус 20, зато время драматические постановки. Ну, давайте, пускай драматические постановки. Сделать придворным. Давайте. Антир Скиф. Кто он? Строитель. Минус 2 отвага, но зато 3 дисциплина. Придворный всегда приятно. Да, слушайте, я ошибся, конечно, с... Вот с этим городом не той семье его отдал.
На этом пока все. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут его поискать уже в плейлисте этого прохождения. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.